Лидер рынка недвижимости Краснодарского края, сотни успешно реализованных проектов продажи недвижимости, полная прозрачность сделок и, соответственно, отличная репутация и доверие клиентов. Все это инвестиционно-строительная компания «Винсент Недвижимость», которая на жилищном рынке Сочи работает вот уже 12 лет. Мы были, есть и будем лучше. Это однозначно. Компания, помимо того, что является риэлторской компанией, компания является инвестиционным еще холдингом, то есть мы расширяем свое присутствие в различных объектах, а это является определенной гарантией, то есть это только проверенные объекты недвижимости, строящиеся объекты недвижимости, проверенные, хорошие. Там, где присутствует компания «Винсент» в виде инвестора, соответственно, это без комментариев. Welcome к нам. Инвестируя в строительство, «Винсент» реализует недвижимость без посредников, заключая прямые договоры между клиентами и застройщиками. Очередной инвестиционный проект компании – это жилой комплекс «Барселона Парк». Апартаменты в таком доме, отмечают специалисты агентства, это выгодное вложение средств в ликвидный и стабильно растущий в цене проект. Это самый интересный объект недвижимости, на мой взгляд, лишь только потому, что он обладает полным пакетом документов, он полностью введен в эксплуатацию. Если у вас есть желание приобрести апартаменты в комплексе «Барселона Парк», вы можете это сделать только в агентстве недвижимости «Винсент», в связи с тем, что мы являемся эксклюзивными представителями застройщика. «Барселона Парк» – это эксклюзивная новостройка бизнес-класса, расположенная в историческом центре Сочи на Курортном проспекте. Купившим здесь апартаменты, а продано здесь уже более 60% квартир, доступны абсолютно все привилегии курортного города, в том числе высокоразвитая инфраструктура. Сегодня «Винсент Недвижимость» предлагает полный комплекс услуг на рынке недвижимости Сочи. Это анализ и оценка инвестиционных проектов, управление ими, оформление и юридическое сопровождение сделок купли продажи, а также профессиональные консультации по конъюнктуре рынка недвижимости Сочи. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.